Merchant Operation появляется. Жжет, прыгает. БЗЗ, Вайпер, Йол будет играть на Ancient Operation, и Седой, Фейслис Войд, ну и ожидаем года на Тинкере. Изи for Aladdin. Силдерей играет на Кентавре, Разор, Слендер, МГД, Инвокер, Чен, ИСО и Гашан будет играть на Дизрапторе. Гашан спонсор проблему Virtus.pro. Ну что, мы видим, кто на ком, кто куда, минута 30 до выхода крипов. Virtus.pro в обновленном составе. Посмотрим, как смогут задебютировать на этом турнире таким лайнапом. Название стрима «Меня не ленись». Хорошо, бро, только для тебя. Virtus.pro ВС. ЕФА. Погнали. Что, ромящая потма будет? Или это будет что-то агрессивное на оффлейне? Седой. Седой на войде пойдет на оффлейн. Аппарат плюс вайпер плюс на пи... Ой, плюс потма, скорее всего, будет на ботами, либо потма мувнется на топ и будет две даблы. Ну, я не знаю, потма войду особо здесь не нужна, поэтому, да, смещается. Все-таки на ботом в медле будет стоять инвокур против тинкера. Battle begins. Пошли крипочки, пошли стопы, ну и потма готова запускать свою первую стрелу. Тинкер. Пошел Арол. Ну, заева идет здесь инвокер, теперь знает, что потма стоит на роуме. Кентавр сразу же идет быковать. Хотя сильно быковать не получится, тычки будут сильные, особенно если повесить чилинтач, то могут лицо откусить. Остается еще на один ароу потма. Ну и пошли стаки. Стаки эншентов для тинкера. Поэтому год там в какое-то время усилится очень сильно по скорости фарма и уровням. Подмушечка. Видит Чена. И надо отсюда просто бежать. Да. Что получается? ЗЗ второго уровня. Здесь Войд гоняет Дизраптора. Если Глимс, Глимса нет. Гашан первого уровня. Ну ничего, Гашан еще свое возьмет. Жжет, ну получал здесь. Надо откушаться. Жотом забирает руну иллюзий. Ну вот Чена хорошо отвлекает. Чен в это время не фармит. Мейки ранее не будет и так далее. То есть Жотом делает все в принципе неплохо. Потма первого уровня, Чен лесной первого уровня. Захватывает Соуха. Пойдет сейчас надувать. Но надувать будет трудно. Можно и Ароу получить. Потма. И вот он пошел. Торнадо. Вот под мне уже, по-моему, отсюда пора сместиться. У Войда все неплохо, только дэмэдж не выстрелили, минус 42. Мало остается, грубо говоря. И
Третий уровень. Ну, третий уровень это еще неплохо. 4 добитых крипа. Пятый пошел. Но разора немного все получше. 13 крипов. Топовый крипса сейчас у БЗЗ. 15 на 11 на лейне. Сапожки. Райсбенды. Ну и аппарат держит кентавра. Кентавр первого уровня, 0-0 по крипам и не может подойти. То есть кентавр, в принципе, без шестого уровня, хотя бы среднего по таймингу, он бесполезен. То есть то, что он тут стоит, он ничего не вывозит, стаки он не делает. Вот, может быть, сейчас... Хотя, кому он здесь будет делать стаки? Некому. Ну и Тинкер по кусаками загоняет уже инвокера за вышку. Фармирует. Ботл, наверное, уже обузится. Да, скоро появится Soul Ring. Патма по-прежнему первого уровня. Чен тоже первого уровня. Но Чен все настакивает. Пошел крутить. Сейчас будет получать экспириенс. Патма за изуруну инвиза. Заходит в спину. Ну а что здесь поделать? Здесь можно получать опыт. Чен должен сейчас просить фишку, то, что он не апает уровни, и значит, что-то рядом есть. Да, Патма апает уровни. Вот он второй. Можно еще забрать совуха. Инвокера гонят. Будет ли Арол на ход? Пока Арол нет, инвокер тут быкует. Хотя у него с ласт-хитом дела не особо хорошо идут. 16 на 2 против 24 на 8 у Тинкера. Пока перефарм. Ну, вместо Ридана здесь, судя по всему, БЗЗ. Появляются фейзы. Что у Кентавра? Кентавр первого уровня все еще. Войд уже пятого. Скоро появится купол. Тутуру тутуту. Ну, инвокер шестого. Жотум подкрался. Опять ворует экспириенс. Пошел смог от Чена, и он тут же промахивается. То есть смог пропадает. Чен понимает, что его как-то тут спалили. Знает, что кто-то рядом был. Ну, а Жотум продолжает неплохо мешать Чену. Чен... Завардил. Завардил стаки. Ну, здесь уже достаточное количество, на самом деле. Вопрос будет только в том, дадут ли зафармить. Войд. Клэп. Не цепанули. Там форш еле живой. Что полетает? Полетает за Soul Ring. Можно теперь обузить. Кусак будет больше. БЗЗ почти шестой уровень. У кентавра по-прежнему 0-0, но, наверное, есть второй уровень. Да, есть второй уровень. Есть транквилы на них, так сказать, накапало. Войда вернули. Таймволк. Гашан пытается под боди блочить. Гашан, можно лицо потерять! Начинают сосать атаку. Войд уходит седой, ему не нравятся эти ласки. Отходит. Йол третий уровень. Смещается в мидл. Начинается фарм по кусаками. Да, денег здесь просто уйма, экспы тоже, уже почти девятый уровень Тинкер. It's all the same to me. Что здесь у инвокера? А я так понимаю, он на мидас копит. Не знаю, правда, понадобится он ему или нет, но посмотрим. ПТ появляется у Войда на силу. Ancient Operation. Vortex. Заход в спину. Будет попытка цепануть Войда. Здесь есть Чен со станом. Ну, посмотрим, получится ли Войд достается буквально одного крипа до купола. И ганг может перевернуться. Решают идти не в ту сторону и отправляются в мидл. Здесь есть Жотм, здесь рядом есть Год. Ну, Год без травелов пока. Выходит Гашан, спалился. Гашан, что ты делаешь? Ахаха, прекрати. Гашан получает Арол. Будет ли Старшторм? Есть Старшторм. Что это за глимс? Выпрыгивает липом. Это First Blood.
Игорек, ну у тебя была вся надежда в этой команде, а ты начинаешь сейчас фитфест. Ну и вот что уровень Сидова. Кентавр. Начинают морозить. Плохое такое слово, на самом деле. Черентач даже не вешали. Вайпер страйк тоже по какой-то причине вайпер не воткнул. Есть вижен. Ну что там было? Вот уже трэвела. 9-я минута. Ну и вот сейчас начинается самая интересная часть игры, когда Тинкер начинает фармить все, что ему хочется. Лиса, там, эншентов, крипов на любом лейне. Набирать уровень, набирать фарм. И если его не останавливать, то будет досвидос. Седой. Потерял много атаки. Притается Тинкер. Лазер. Ну и отходит отсюда Разор. Разор, кстати, с ультимейтом на 8-м уровне. Шторм. Ну и Жотм уже получает 5-й уровень, при том, что он никак не мешает году. Год в это время формирует все, что не попадя. Поэтому Патма уже перегнала Чена на 2 уровня. Чен в лесу с сапогом и ТП формирует крипочков. Ганги у него не сдались с начала игры. Сейчас уже труднее это сделать, потому что кто-то на тревелах, кто-то с эскейпами, с липами, там воет 7-го уровня. Войд, купол, пошли ракетки, разорвал линк, будет и лазер, есть арроу, еще ракетки, минус разор. 2-0 в пользу Virtus.pro, да, и на ботами тем временем еще и БЗЗ дико быкует. Заходит за тавер, у него есть хедрест и баклер, чуть-чуть остается до меки, вышка может твориться. Что в Медведе? Медведе тоже вышку пытается подпушить. Fortification. Здесь также есть фортан, и его не юзают. Есть деф в Медве. Прилетает Тинкер. Ракетки, Cold Snap. Ну, году мало дэмэджа залетает, тем более и фаржи рассыпаются моментально. Так что не пошло. У Войда 7 секунд до купола. Ну и опять же мом будет. Войд пытается найти. И он, в принципе, находит Чена. Какой там таймволк? Второй. Ару. Неплохо. Седой забирает килл. Но Жотун попадает. Стрелой год. Инвокер сейчас, по-моему, немного подставился. Он идет на хайграунд. Здесь же Патма. Пошел с Старшторм. Будет ли вторая звезда? Есть вторая звезда. Ракетки минус инвокер. И можно попробовать протаранить вышку. Вернули Седова на место. Ну, этого не особо расстроен. Гашан! Динозавр не спас Игоря, и Игорь погибает. Дабл килл от года, 5-0, 12 минута. Аннигиляция по нетворцам. 6500 у Тинкера, 4900 у Вайпера, 4300 у Разора, 3900 Инбокер. Ну и ПЗЗ уже с мехой. Сейчас должен забирать вышку на ботами. Но, да, забирает вышку на ботами. 1200 на руках, можно купить какой-то поинт-бустер. Есть мом, есть купол. Пошел смог. Не знаю, крип спалил его или нет. Но решается 5-5 Чена. Войд двоих накрывает и начинает наяривать. Пошли ракетки. Минус Чен. Инвокер пытается уйти, проходит баш с первого удара. Подходит Разор. Есть и лазер. Лазера не будет. Должны вернуть Седова. Седой, Мунлайт погибает все-таки. Покусаки, Гоша еле живой, инвокер пытается уйти вместе с Разором еле живые. Кто пойдет в погоню? В погоню идет Жотман на своем тигре и... Нет, не будет драки. БЗЗ видит Гашана, Гашан видит БЗЗ. Что будет? Будет Глимс. А что уровень? Нет. Игорюк. Стан. Закрывают. БЗЗ, если что, есть мека, просто тп-аут.
Дабл эш и улетает. Dire's top tower is under attack. Дайрс Мидл Тауэр из under attack. Разор неплохо дэмэдж наносит, у него барабаны, мейки нет. Проблемка. Что на разврате? А Тинкер уже 11 уровня. Включает 12, 1800 на руках. И здесь какая-то задумочка. Возможно, Рошан, возможно, ганг просто в смоке. Ну и падает Рошанчик. Медаль. Аро попадает. Тут еще и мусормор, ульт аппарата пошел. Есть 4 уровень, ракетки. Инвокер, скорее всего, развалился. Запрыгивает Войд. Инвокер минус. Чем пытается скрыться. У Чена вряд ли это получится. Да. Даблкил от БЗЗ. Но Рошана вроде как не собираются бить. ТП на топ. Есть еще куповый, да. Кого-то нашли? Ну, вообще у Разора проблема. Да, находит его БЗЗ. Ультимейт. Пытаются подсейвить. Здесь же Тинкер. Что не стал ракетки запускать, но, судя по всему, у года был. Кулдаун. Terrify. Здесь минус один. Дизраптор тоже погибает. Ульт аппарата. Минус инвокер. Это 10-1. 15-я минута. Аннигиляция опять идет по карте. Но пока соперники мало что могут противопоставить этим сильным оппонентам. 8000 преимущества на... По золоту на 16-й минуте. По XP 11000. Dire's middle tower has fallen. My pet Dire's top tower has fallen. Йол. Йолу пока только став. А у года есть догон. Уже, в принципе, хватает на ГОСТ. Так что может потихонечку, потихонечку. Жжет. Есть Мунлайт, есть Форстав. Шли ракетки, больно, здесь больно. У кентавра есть ультимейт. Будет ли какой-то врыв? Патма, может стоит нажать Moonlight, видеть Разора. Разор видит Патму, жжет на тигре, прыжок, уходит. Ну и что еще был форстав? Вышку отдавать вроде как не планирует. Но тем временем на топе БЗЗ толкает. Толкает лейн, сейчас будет уже... Аганим. Смещаются аппарат седьмого. Все потихонечку формируют. Здесь Чен бегает своей гапшой. Но Чен как-то в этой игре не окупился. 0-3-1 и нету меки. Минус Разор. Снова килл от БЗЗ. БЗЗ 3-0-0 и есть Аганим. Просто докупить. Жжет. Кентавр получил ракету. Его это не смущает. Он отошел чуть. Сейчас включится транквилла, отрегенится. Ну а на топе тем временем будут ронять кентавр, если его не отправится дефать. Хотя вот здесь есть вроде как кому подефать. Virtus.pro особо пока не агрессируют, они потихонечку из дилайна толкают, хотя в масс-файте они сейчас намного сильнее. В
Вайпер. Мунлайт. Кентавр с даггером может попробовать ворваться, но здесь находит Чена. Здравствуй, Чен. Ульт аппарата попадает, минус Чен. Килл забирает Вайпер. Ну, а Войда опять возвращают на место. Он вроде как и не против, здесь же уже год. Пошли по Кусаки. Догон, лазер, забрал. Ну и сейчас надо просто улететь, отрегениться и вернуться. Жжет на ботами. Дайерс топ тауэр из андер атак. И что с этим делать? Аладдинам надо врываться. Врываться нечем. Здесь только что-то кентавр может инициировать, но БЗЗ уже слишком толстый. 1450 хп. Это много. Прыв мидл. Стан. Проблема у Йола. Йола могут забрать. Йола результовался. Падает в кентавру. Здесь жжет. Жжет много дэмэджа. Это минус 2 в исполнении. Изи фор Аладдин, правда, подходит БЗЗ, Слендер отсюда не уходит, нет, не уходит, Войд, будет ли таймволк и купол, есть таймволк, есть купол, закрывает он только Чена, Вайпер Страйк, Гошан, закрывается, у Гошана прикрывают, по-моему, да, прикрыли Гошана, и 2 в 3 по итогу размен, опять же, в пользу Virtus.pro. Тем временем на топе. Войд. Огр Клаб. Форстав появляется у инвокера. Ну, хоть что-то. Здесь почти агоним на Йоле. Вот это может быть сильно. Кентавр. Будет ли запрыгивать? Запрыгнул. Санстрайк. Ну и сюда просто уходит. Мом и тикать. Тинкер. Уходит Дагер, раскастовался. Здесь же заходит Патма. Видит инвокера. Надо что-то тикать. Тикает жотом на тигре. Надо нажимать форстав. Нажимает форстав. Вернули Гринсон. Ну тут да. Жотом не вернулся. БЗЗ. Гошан. Ульт аппарата. Вайпер Страйк. Мека, подходит Чен, пытается вернуть на базу, не ушло. Но здесь же год с Эзериалом, минус один мгновенно, БЗЗ, год, минус второй, началось. Пошел карнавал. Что, Аганим уже летит? Нет, это летит Дагер. Дагер, БЗЗ. Окай. Вот и есть купол. Пятнадцать тысяч на творца у Тинкера. Ну, идет еще ботом подформить. Кусаки. Еще по кусаки. А тем временем в медле вышка падает. БЗ потихонечку ее постреливает. Войд готов ворваться, если кто-то кучно встанет. Фармил Тинкер. У Тинкера уже второй догон. Скоро будет третий. Тинкер сейчас может уничтожать что угодно. Видит Войд. Попытка цепануть. Нужно закрывать куполом. Закрывает куполом двоих. Статик Линк не порвал. Вот теперь порвал. Ульт аппарата. Подхил. Попадает по разору ультимейт. Уходит на таймволке. Бласт ни по кому. И сюда врывается Тинкер. Реарм. Минус инвокер, я так понимаю. Да, минус инвокер, это минус 4. Пытается улететь Гошан. Гошан уходит или нет? Полетит ли ему плюха? Ну нет, уже отрегинился Гошан. Минус 4. Минус 4 от Virtus.pro. Зафармили тучок крипов Чена. Не прощают. Чужих эншентов фармит год. Dire's bottom tower is under attack. Вот на хайграунд тяжеловато заходить ВП. Нет лишних крипочков, там каких-то сумонов.
Инвойт уже 14 уровень получил. Инвокер с Мидасом. Все хорошо. Ключевой айтем. Ульт аппарата. Так, меня куда-то в мидл. Да, есть мидл. По двоим. Вайпер страйк. Ну нет, уйдет то, что аппарат еще нет аганима. Вот был бы аганим, на самом деле, большие шансы были бы скопытиться. Но аганим только долетает вот сейчас, наверное. Да. Что, будет тоже, что ли, аганим собирает? Или это будет БКБ? Ну просто БКБ, хотя да, от глимпса можно защищаться, от сайленса, еще от чего-то. Поэтому БКБ, наверное, пригодится. Седой пытается пережить, накрыли сайленса, много дэмэджа ему впихивают, будет ли какая-то мека, Седой упрыгивает на таймволке, живой. Возвращают глимпсом, можно поставить купол, не успевает поставить купол, только руками взмахнул, ну а год здесь в это время разваливает. Минус Чен, минус Разор, маны, наверное, больше не хватит, да, придется просто отсюда улетать. Бомжа до модели один шаг, если что. Ну а там Вайпер забирает Гошана. Ультимейт, инвиз, будет ли какая-то просветка, Аро поймал. Лил, будет ли какая-то просветка? Просветки не будет. Поэтому отстоится и уйдет. Вайперстрайк, цепляют кентавра, кентавр минус. Жжет на тихо, что творит. Год продолжает спамить кусаками. Вышка сейчас, скорее всего, развалится. Забирает Вайпер вышку, инвокер одну дынает. Это на ботами, я так понимаю, или где был инвокер? Да, на ботами вышку сдынаю. Тинкер, ракетки, минус инвокер. Ну, наглость пошла. Все-таки Дагон уже 5 уровня, да, дэмэдж просто миллион. Ну и вышки здесь 172 хп. Арроу. Мимо Чена. Ульт аппарата. По Чену. Ну, достать его трудно будет, хотя Чену здесь так неприятно. Он может, в принципе, и... Лил? Не, ну вроде как выживает. Да, выживает. 30% хп еще осталось, но если бы аппарат был 16-го, то тут минус на парочке был бы. Что топ толкает БЗЗ? И что по графикам? 25 тысяч преимуществ у Virtus.pro. По золоту 30 тысяч по XP. 27-я минута. Не знаю, о чем тут потерпают Аладдины. Ну, вышка сейчас осыпется. Падает вышка, забирает ее вайпер. Что у Разор? Разор хочет БКБ. Я не знаю, как они тут будут камбэчить. По мне так... ВП могут просто сейчас зайти на хайграунд в тупую и убить всех. Может быть, Рошанчика хотят. Что, цепанут? Года. Хотя как тут... Да, почти цепанули. По кусаке по улице откусили, и зарел Дагон, минус. Ганг не удался.
14 уровень войд. Ну давай, запрыгивай, ставь купол и убивайте всех. По-моему, Virtus.pro нравится вот это издевательство над оппонентами. Что шансов тут на камбэк я не особо вижу. Все-таки Тинкер уже слишком перетаренный. Ну как сказать, раз, два, это 15, 16 тысяч. Ну, у трех игроков команды Easy for All 1 Net Worth получается такой же, как у одного Тинкера. Это же на что-то намекает. Падает Рошан. Минус Рошан. Кому Аегис, я так понимаю, войду. Вообще с такой статой году не помешал бы здесь Блудстоун вместо ботла, и у него бы уже зарядов просто миллион было. Оккупировались на базе ЕФА. Прыжок, вайпер страйк, будет ли ульт аппарата. А Роу прилетает мимо, ну аппарат. Ну ладно. Развалили крипов Ченна, развалили крипов инвокера, заходит на хайграунд, начинают толкать, подходит с тобой, включает мом, пинает вышку, пошел фортификейшн, есть рядом Покусаки, БЗЗ 16 уровня с Тараской, убить его тут просто нереально, 2600 хп. БЗЗ. Есть купол, по троим будет ульт аппарата, есть ульт аппарата, залетает, проблем большой инвокер, инвокер уходит на форстапе под хилл от Ченна, но в любом случае есть минус 2, минус 3, врывается год, и год будет отсюда ультать. ГГ, Гэл Некс. Пишет Слендер, жжет на тигре, говорит ГГ, thank you, и... И все. 40 минут вместе с пиками и банами понадобилось Virtus.pro, чтобы пройти в следующую стадию турнира. А мы будем ждать следующей игры. До нее, в принципе, не так долго.